Всем привет! Это обзор на 14-ю серию шоу «Пацанки» 4-й сезон. Серия началась с того, что нам показали беспорядок в комнате девушек. Затем, кто уже в форме, кто в пижамах, пошли узнавать, что будет на 14-й неделе. Совпадение или нет, но худшими стали двое, кто были в пижамах, потому что расслабились. Мария Третьякова выдала каждой девушке задание и объявила, что у каждой ученицы будет свой наставник – ребенок. Ира Голощапова должна была за неделю выучить бальный танец. Яна Цветкова стать акробаткой. Настя Антонова научиться кататься на роликах. Лизе Калтыкиной досталось поставить театральный номер. Диана должна спеть. Насте Донских достался балет, а Изольде – барабаны. Далее был урок актерского мастерства. Пацанкам показали, как драться понарошку. На уроке актерского мастерства Лиза включила актрису. Устроила истерику на ровном месте и сбежала с урока. Якобы испугалась за свое здоровье. Остальные девушки охотно включились в процесс. И вдруг произошло ЧП. Ира Голощапова нечаянно ударила Настю Антонову в глаз. Да так крепко. Во второй части урока девушки изображали животных. Тут объявила бойкот Настя Антонова и ушла вслед за Лизой. Но надо сказать, Настя вернулась, в отличие от Лизы. Затем был урок, на котором пацанки делали наряды друг для друга из подручных средств. Лиза, Ири, Ира, Лизи, Яна, Настя Донских, Настя Донских, Яне, Диана, Изи, Изи, Диане, Настя Антонова, себе. Кстати, Лиза из этого испытания ушла аж 3 раза. Последний раз перед уходом она уронила зеркало. Поэтому она автоматически стала худшей, а лучшей была Диана. Далее было традиционное испытание «Нарисуй голову мужика». Лучшей была Диана, худшей Лиза. На следующем испытании девушки готовились к тому, что нашли в темноте. Лиза опять была худшей, а Диана лучше. Нарисовала Лиза аж 2 мужских половых органа, 1 вместо носа. Сделала блюдо в виде того же органа. Мне страшно, что у Лизы в голове. Закончилась неделя конкурсом талантов. Мне понравилось, как танцевала Ира Голощапова. Считаю, что ей занизили бал. Очень понравилось стихотворение Яны Цветковой, но это было не ее задание. Понравилась песня Дианы, но ей не хватило уверенности. Были милые выступления Насти Антоновой и Изольды. Настя Донских немного переборщила в сторону пошлости, но понравилось, что она это сама поняла и расплакалась. А Лиза переборщила во всем и снова была худшей. Вот скажите, что произошло с Лизой на этой неделе? Она притворялась, что меняется? Надоело притворяться, и она показала свое истинное лицо? Или ее попросили так себя вести, но она и за пределами шоу такая же? Или что? В Лизе проснулся ее внутренний демон, который какое-то время спал? Либо встреча с мамой так подействовала? Для меня это загадка. И жалко ее, и бесит, и разочаровала. На этом все. Подписывайтесь. До скорого.